Чтение отрывков из произведений классической и современной литературы на сцене – особое ощущение. Волнение, трепет, и вот ты перед зрителями и наблюдательным жюри. Не просто читаешь, проживаешь, передаешь эмоции произведения, мысли и слова автора. Диалоги, монологи – все это ребята готовили со своими педагогами. Репетировали, записывали на видео. И вот долгожданный выход на сцену. Пока еще в муниципальном этапе международного конкурса чтецов «Живая классика». Традиционно на протяжении нескольких лет мы открываем весну муниципальным этапом, на который приглашаются самые лучшие, талантливые, необыкновенно начитанные ученики каждой школы нашего городского округа. В этом году в конкурсе заявлено 72 участника. Это ученики школ городского округа Щелково с 5 по 11 класс. В муниципальный финал вышло чуть более 30 человек. Отбор проходил в несколько этапов. Заочный тур, видео чтецов. Отсмотрев их, жюри выбрало участников следующего этапа. А я тогда возьму и запальну чем-нибудь прямо в ее окно. Пусть знает. Я уже устала думать. Думаю, не думаю, задачи не получаются. Просто ужас, какая задача трудная. Вот погуляю немножко и снова стану думать. Живые эмоции, яркое прочтение, хорошая дикция и, конечно, артистизм. Вот основные критерии судейства. Хотя в таком деле судить строго не получается. Дети искренне стараются и явно любят читать. Если когда-то я слышу выражение «наши дети не читают», я очень хочу сказать, читают, читают много, читают разные литературы. Если не верите, приходите к нам, и вы сами убедитесь. Читайте с нами, читайте, как мы, читайте лучше нас или просто читайте. Лилия Тимиева, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.